сейчас у нас проводится обследование, скрининговое обследование Центра здоровья. Вот у нас выехали. Здесь производится кардиовизор, измерение артериального давления, пульсоксиметрия и газоанализатор определения ЦО в выдыхаемом воздухе. Также нам на помощь приходят наши друзья. Это фирма «Сателлит», фирма «Вантач», фирма «Диавит» и представители СМ-клиники, которые проводят скрининговое обследование на сахар крови. Я прошла кардиовизор, проверили сердце, сейчас измерили сахар, давление. Ну, так сказать, есть отклонения, но в общем ничего, я довольна. Сердце проверить, давление, сахар. Я пришел как член общественной палаты посмотреть, как реагируют и как народ к этому относится. Оказывается, довольно-таки положительно, очень интересно. То есть, получается, наш эмоциональный век, то есть можно на таких мероприятиях забежать, сделать пресс-анализ, допустим, крови, что-то, какие-то информацию о сердце получить, ну и получить какие-то рекомендации от специалистов.